Почти 5 миллионов тонн рыбы и морепродуктов выловили в России в 2017 году. Рыбохозяйственный комплекс принес стране более 40 миллиардов рублей. Итоги последних 5 лет и перспективы развития отрасли власти-производители обсудили на 4-м съезде работников рыбохозяйственного комплекса России. Мы сегодня можем констатировать положительную динамику развития рыбохозяйственного комплекса. Внутри страны поставки рыбы выросли на 16%. Однако рыбохозяйственный комплекс больше ориентирован на экспорт. За 5 лет он вырос на 30%. В 2017 году объем экспорта превысил 2 миллиона тонн, что практически равно 50% от объема произведенной продукции. Удельная стоимость килограмма экспорта составляет порядка $2. В структуре экспорта преобладает продукция с низкой степенью переработки. На перспективы добычи рыбы может повлиять новое распределение квот на вылов по историческому принципу. Весной правительство выберет предприятия в зависимости от промысловой истории и объемов вылова за прошедшие годы. Предприятия, которые осуществляют вылов водных биологических ресурсов, получают юридические гарантии для своей дальнейшей деятельности. По результатам этого процесса предприятие может либо сохранить на следующие 15 лет свой ресурс, либо оказаться без этого ресурса.